Вот идет ко мне моя орхидеечка. Всем здравствуйте! Сегодня видео про распаковку орхидейки. Погода наша дала передышку. Сегодня не минусовая температура. И поэтому я согласилась, чтобы мой заказ выслали. Вот этикеточка от магазина, где я заказывала. Сейчас посмотрим, как девочки упаковали, что мне пришло. Не буду делать секреты. Это орхидея дендробиум белого цвета, посажена в мох. Коробочка 92 сантиметра. Указано, где верх. Везли мы орхидею в машине, холодно ей не было. И 2 часа она уже постояла, посылочка дома. Думаю, уже отогрелась и можно ее открывать. Скажу я вам, волнительное это дело, распаковывать орхидею. Ну, распаковываю ее вместе с вами. Не терпится увидеть, что здесь внутри. Ура, добрались. Сейчас будем разглядывать. Убрала я утеплитель, и мне кажется, что уже не соответствие описанию. Было написано посадка в мох, ну вот пока я вижу следы субстрата, не мох. Ну, будем распаковывать, увидим. Сейчас уберу пакет. Вот так поверхность горшка замотана, чтобы субстрат не вывалился. Вот такая длинная красавица. Так, продолжаем распаковку. Горшок холодный. Ну, субстрат, сами видите, здесь не мох. Красивые налитые бульбы. Не люблю я вот это вот все срезанное. По мне, так лучше бы здесь была сухая бульба. Но мне кажется, здесь нормальную срезали. Это мне не нравится. Не нравится мне, что она цветет. Ну как? Цветет, отцветает, неважно. И при этом нет молодого ростика. А по идее он должен быть. Ну, так мне кажется. Хотя, сейчас я рассмотрю, может, я не права. А тут у нас листик отвалился. Нет, молодого ростика нет. И не намечается. Ну, корни белые, это хорошо. В горшке корни белые, тоже хорошо. Я думаю, все нарастим. Немножко он как-то болтается. Так, сейчас я протру листики. Потому что здесь где-то сейчас. Вот такие следы. Листики протру, они просохнут. Затем обработаю от вредителей. Ну и, конечно же, поставлю на карантин отдельно от всех орхидей.
Ну и давайте рассмотрим цветочки, сами цветочки, которые, конечно же, плохо переносят транспортировку. Но нам главное, чтобы хорошие бульбы были, хорошие корни. Вот такой белый цветочек с розовой губкой. Я бы даже не сказала, что он белый. Цветок больше салатовый, нежно-салатовый. Постоит она ночь. Посмотрим, как она будет выглядеть утром, и рассмотрим ее утром при дневном свете. Итак, прошла ночь. Утром я напоила дендрофаленопсис. И можем рассмотреть уже при дневном свете. Растение было просушено и, наверное, все-таки дольше просушено, чем было необходимо, потому что листочки, видно, что хотели пить и начали желтеть, потому что растение цветет, ему нужны силы. Ну, листочки дендрофаленопсиса — дело такое, часто он их сбрасывает, поэтому расстраиваться не стоит. Ну и никто не отменял стресс и такое поведение орхидеи после транспортировки. Ну что, ждала я белую орхидею, а в итоге мне пришла салатовая орхидея с розово-сиреневой губой. Губа широкая и волнистая. Надеюсь, этот цветочек раскроется до конца. Надеюсь, и бутончик раскроется. Растение мне нравится, заказом я довольна. Ну, не совпадение в том, что цвет я ждала белый, пришел салатовый, но мне это нравится. Белый я уже заказывала, ну, просто от безысходности, других цветов не было, а дендрофаленопсис очень хотелось. Все показала, рассказала. На сегодня все. Всего вам доброго. До новых встреч.